Привет, комрады! Сегодня мы с комрадом Андреем снова на копе. Выехали на новое место. Мы еще здесь не были. Будем смотреть, что из этого выйдет. Зацепили хороший сигнал за шкал на тройке. Ничего себе! Ну, слышь, Андрюха, ну вижу осколок. Смотри. А все может быть. Вот я поднимаю катушку, сигнал идет просто. Вот, смотри. Не затухает. Это не воронка, 100%. Ты смотри, что творится. Я... Не. Ну, явно что-то здесь было. Ты видишь вот. Характерное рыжее пятно. Пробиваем сразу. Так, пошел перемес. Пока не знаю, что здесь. Настрела нету. Касок Андрюха не видит. Упор. Ну, место интересное. Сигнал очень большой. И вот так вот иди к Андрею. Да, больше... Поднимай катушку, Андрюх. Понятно, что здесь похоже на технику расклеены. Ну посмотрим. Ну-ка с пластина. Пока непонятно. Нет, все. ПТР. ПТР. Или ПТР. ПТР с капуром. Ну, бля. Извинила, тут этого металла еще. Я его вон, возьми сбоку еще. Угу. Целый патрон был. Уж, а я не знаю, что. Оставляем пацанам, пусть добивают. Короче, в яме подбитый, разбитый танк. Куски металла. Пусть копают. Да. Короче, подбитый танк, бронетехника. Карпов! Решили оставить пацанам. Карпов, пусть сюда, металл долбит. Вилка, выжимная вилка, блядь. Выжимная вилка, да? Коль, кольцо. Поршневой. Клапан. Шесть. Русский танк, боекомплект. Бронебойцы. Еще одна, да? Это каштан. Чуть-чуть меньше, да? Да не, что мы. Одинаковые. Одинаковые все. Фигеть.
Стартер, да? Стартер? Да. Танковый, да? Да, это танковый стартер. Это 100 пудов. Ё-моё. Хороший. Килограмм 30. Стартер. Танковый стартер. Это скобатый, что тут трос цепляет. Пайкова. Бедарка, вот все что. И на бедарках ездят. Да? Крыло. Ну и в комплект. Концерн в руках на немецкой. Пулей пробита. Находочка. Оболочка. С гранатой русская, видишь, насечка. Ага. Насечка. Вставлялась гранат. Огурец с мортиры. Кар 98. Подствольный. Мортирка устанавливается и туда вот этими штучками стреляет. Целенькая. Ага. Не ударено ничего. Из СПТР. Перешли на немецкую позицию. Андрюха нашел на верхотуре гильзочку. Зазвонили, есть сигнальчик. Касочный. А? Касочный. Окопный. Сейчас зацентруем. Ну, короче. Вот здесь. Винтовочная гильза на стрел. Вот она. Бруствери все. Что-то лежит. Снаряд. Похоже, да. Зенит. Не, это... Сейчас скажу тебе. Бронебойчик. Гильза не прекращается, стрелковая. Кушал он здесь. Кушал и стрелял. Стенка, стенка. Вот так вот. Пока одни гильзы, больше ничего. Короче, окоп пробили, кроме настрела больше ничего нету. И этого бронебойчика. Опять настрел. Такая же яма, как и там была. Один настрел. Не, земля не куплена. Там еще один окопчик назвонил. Ну, не копанный, гильзы сверху нету. Сигнальчик есть. Ну, все вот такого, одного характера. Наверное, распаханный бруствер. Что дальше все не копано, в смысле целина, нетронутая земля. Настрел. Пока ничего больше. А парники, пулеметные точки, да? Одна, вторая и там третья. Линия там впереди идет. Но ее уже нет, ее выгнали давным-давно.
окоп за сегодня. Кроме настрела больше ничего нет. Один русский, да? Мы там копали где-то, да? Два немецких. Одна гильза. Тут реально стоял этот мгач. Ни лент, ни ящиков, ничего нету. Постреляли, окопы не глубокие. Зарываем. Один настрел. Будем закупаться. До дна врубили, нихрена. Короче, перерыв. Пьем чаек, да? Ага. Смотрим, докопали они там танчилу эту или нет. Ну да. Тыльник с папашей. О, что тыльник с папашей? Тыльник с папашей. Все с эти, с противогаза. Бачок. А вот все. Противогазный бачок. Не знаю, а та что выкопана? Воздухан можно. Нет, это выкопана. Фильтр, блядь. Да. Пусть лапа, что это? Миномет? Миномет? Да нет, нет. А что вот? Я не могу сказать, первый раз бачу. Так сигнал, сигнал иде еще там, и тут еще сигнал просто зашкаливает. Чего этот люк? Хренью он зашел. Я тут миномет поднял. Да нет. С другой стороны там. Это железо сверху есть, что-то держит сильно. О, надо вот тут еще брать. Ромка вставал, то и край поднимал. Поднимал, да? Чужие, все дерева. Ну это может вас за один брать? Не, ну не возьми, не похуй. За две стороны. А, ну ты упор шупаешь на туда. Вот куда? Завис ты, бачишь? Завис. Завис. Да, да, завис. А, что там? Розочка, да. Який тут летів, кубарем летів. Секція. Ще їх там, ще одна десь така була, їх дві. І ззаді середня хвостова ще часть була. Ага. Ну, до кучі заберете. До общого.